Вот и наступили первые морозы. Жители села Веселое встречают их как неизбежность. Их дома разрушены, пенсия не выплачивается месяцами, а с территории аэропорта, находящегося неподалеку, в любой момент могут прилететь новые смертоносные подарки от украинских военных. Выжить помогают лишь скромные запасы овощей, собранные на своих земельных участках. Без них жители поселка в прямом смысле слова были бы поставлены на грань выживания. Нужны не только продукты, необходимы и уголь, и дрова. В противном случае пережить морозы этой зимой им будет непросто. День добрый. Расскажите, как вам украинская власть? Чтобы она провалилась, это украинская власть. Зима скоро, что дров хватает на зиму хотя бы? Откуда? Мы же посадки-то брали. Садись, пройди, посмотри, что мне сделала украинская власть, которой своими руками мы с мужем работали как пешаки. Как говорится, то, что сделала мне украинская власть. Это попадание было, да, рядышком? Да. Попался бы мне кто-нибудь, я их разорвала бы своими руками. Честное слово. Ну, не обидно мне вот это. Ну да, на старости лет такое. Ну, мне 70 лет. Вот представь теперь, сынок, ну что я теперь могу сделать? А с едой как дела обстоят? Ну, с едой-то, когда началось вот это весь хаос. Ну что, пока деньги были, ну, запас чуть-чуть приобрели, запас был. Ну, а теперь вот он ездил, гуманитарку получил, слава богу, как говорится. То так и свое там, то морковочка, то бурячок, то капусточка. А это украинская власть, господи, чтобы им, говорят, нельзя проклинать, но уже... Только на них этих людских проклятий, слезы, детские, стариковские, я не знаю. А еще хотя, что за них голосовали. Да здесь уже люди в поселке, кто остался, ну, кто остался? Пройти по поселку, домов нету. Это же сегодня 26-е, как раз выборы у них. Да, у них выборы, парламент. Чтобы они, падла, провалились бы, здесь же без мата не обойтись. Ну там такая глубокая, сынок, вот кто стоит? Ага. У меня столб стоит. И сюда, к болоту, упала. Там вот такая глубокая. Давайте к соседям постучимся. Удар. Такой удар пошелся. Я не знаю, я упала на пол в коридоре. Ага. А дед впереди. На землю. Упал. Пыль столбом стоит, ничего не видно. Я голову поднимаю, кричу ему, нет, он мне кричит, вылазь оттуда. А как я вылазю? Мне газ, кое-как дотянулась, газ выключила. Я выползла, мне как столбняк вот это вот стукнуло. Встаю, он говорит, что с тобой? Я говорю, да не переживай, говорю, все будет нормально. Отсюда прибежали, оттуда она кричит. А потом, когда я посмотрела, тогда я уже зарядала. Я говорю, ну что делать, сил в руках Божьих. День добрый, бабушка. Добрый день, добрый. Ваш дом был? Нет. Не ваш? Ну, слава Богу. У вас все в порядке? Ну, слава Богу, тишина пока. Тишина. Вы здесь где-то живете, да? Да, вон там. Вот и крутые дома. У вас хоть все целое? Нет. Тоже разбитое? Ну, берегите себя. Ну, спасибо, хлопцы. Берегите вы себя, чтобы живые домой пришли. Тоже ждай, семья ждет. Мать или бойся. Она наверх поехала, вылез. Там-то там и остался. Всего доброго вам. Хорошо, спасибо. И вам всего хорошего.